Губернатор Игорь Руденя вручил награду епископу Скадовскому и Олешкинскому Филарету, который ранее возглавлял Бежецкую епархию. Глава региона поблагодарил владыку за труд на Тверской земле и передал ему медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени и почетный знак губернатора Тверской области за благотворительность «Великая княгиня Анна Кашинская». Владыка Филарет возглавлял Бежецкую епархию на протяжении 12 лет. За годы служения на Бежецкой кафедре возросло духовное значение древнего Николо-Теребенского монастыря. Началась комплексная работа по восстановлению прославленного Краснохолмского Николаевского Антониева монастыря, объекта культурного наследия федерального значения. Особые слова благодарности за ваши заслуги в развитии Бежецкой и Тверской метрополии, сохранение развития православия как основы духовной жизни Верхневолжья. За 12 лет вашего служения на Бежецкой кафедре возвращены к жизни десятки храмов. Особые слова благодарности за духовную и гуманитарную поддержку наших бойцов, которые сражаются в зоне специальной военной операции. Как отметил епископ Филарет, это награды всего северо-востока Тверской губернии и всего духовенства Бежецкой епархии, а также глав муниципалитетов, которые помогали. Сейчас епископ Филарет покидает Тверскую область. Он отправляется на новое место служения в Херсонскую область, где возглавит Скадовскую епархию. Я хочу поблагодарить за то, что я туда уезжаю как бы при Тверском сопровождении, при Тверском напутствии и при Тверской поддержке. И для меня это очень, конечно, важно. Хочу поблагодарить всех вас и в вашем лице правительство Тверской области за то соработничество, за то плечо. Участие ваше, оно было не просто присутственным, но очень-очень действенным. Бежецкая епархия оказывает большую поддержку людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, детям, оставшимся без родителей.